Петровское сельское поселение – одно из самых крупных и благоустроенных в нашем муниципалитете и в Краснодарском крае. И ему очень был нужен современный парк. И вот он построен в самом центре станицы Петровской благодаря успешной реализации национального проекта «Жилье и городская среда». Это известное всем место рядом со станичным домом культуры, с растущими там деревьями. И они давали хорошую тень и спасали от летнего зноя. Использовалось для отдыха петровчан. Но современным требованиям и запросам жителей оно, конечно, не отвечало. Было решено осуществить очень серьезную задачу – создать парк, который стал бы центром притяжения для жителей и гостей поселения. Был разработан проект, учитывающий пожелания станичников. Он был привязан к местности с тем, чтобы использовать все ее достоинства, прежде всего уже имеющиеся деревья. Реконструкция включила в себя детскую площадку огромную, больше 100 квадратных метров, воркаут, где есть силовые агрегаты, где люди могут прийти позаниматься, соответственно, спортом, значит, дорожки для ходьбы скандинавской, заниматься скандинавской ходьбой, большое количество лавочек, где люди, вот и самое приятное, понимаете, вот вчера видел, сидит девочка, у нас лавочки есть со столиками, сидит девочка, читает книгу. Ну, будем говорить, что это показатель нашей работы, когда востребовано все. Глава Петровского сельского поселения Владимир Михайленко доволен проведенной работой и благодарен за активное содействие всем, кто участвовал в реализации проекта. Явные преобразования, они налицо. Соответственно, конечно, огромное спасибо и губернатору Краснодарского края за поддержку, и районной власти, ну и, конечно же, подрядчику непосредственно, и всей моей команде, которая участвовала вот именно в планах, значит, санитарной уборки, благоустройства. Программа хорошая. Программа, значит, на софинансирование 79% – это федеральный бюджет, 3% – краевой, 18% – наш местный. Парк получился со своим лицом. Благодаря тому, что учитывались пожелания петровчан и отлично поработали подрядчики, он вполне устраивает местных жителей. Это очень хорошо, то, что в нашей станице Петровской построили такой замечательный парк, потому что нам не приходится ездить куда-то в города, чтобы покатать своих детей. И нам лучше прийти сюда и погулять здесь. Качели, тренажеры и воркаут-площадку уже облюбовала детвора. Здесь все очень нравится ребятам. Площадку построили, тренажеры. Ну, такое ощущение, как будто в Северном парке. Мне парк очень понравился. Здесь красиво и удобно. Прекрасный подарок в предновогоднее время получили петровчане всех возрастов. Благодаря современному парку жизнь в поселении будет еще комфортнее. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа «События».